Это диджей Виджилант, и я продолжаю проходить Prey. Да плевать на твоего охотника. Коготь, мочи. Этого ублюдька мочить надо. Они завалили... мы только познакомились, они ее завалили. И подругу мы свою разыскали. Дружную птицу. Рад. Так, настроил. Зря, конечно, мы ее оставили. Подолбика. А куда идти-то? Что-то я не понял. Что это такое? Сюда, брат! Эй! Брат, ты моего завалил! Так, мне прям прыгать, да? Я тебя брошу. Засунь свою гранату, знаешь куда? Так, пятый сохранение, говорю, быстро сохранение на F5, да. Уж забыл. Давай, кищ вообще. Пришил его к стене такой. Ты что-то мое тело трогаешь. Ой, блин, зря я спустился. Опа! Еще великаны! Помогут наши Нади. В себя не попал. Ау, щит. Не ждала меня, тварь, где ты? Ну. А я не пойму, они тоже с ними сражаются или все против меня? Или они друг за друга? О, я завалил, кстати. Надо сохраниться. Еще один пришел, да? Помогает мне. Почти патроны кончились. Мочи. Да, кислоту тебе в рот. Еще кто-то входит. Больших размеров где-то. Кого ты спер? Я вас всех убью! Яйца вырежу и повешу на ленте вот так посередине. Я благодарна тебе. Да пошла ты. Я не понимала, какой помехой стали эти тайны. К счастью, твои действия заставили меня обратить на них внимание. Куда вы ее утащили? Ах да, сам. Какой ты Никита. Разве ты до сих пор не понял, что тебе не победить? Иди знаешь куда? Ты можешь только покориться. Туда? Не трожьте ее! Засохранился я. За ней. Опять ее украли у нас, подругу. Ого, как она там дышит. Джен, я иду к тебе! Не, у меня полный.
Рэви отключен. Ой, наоборот, включен. Ушел с моего пути. Ты курица инопланетного происхождения, так как садится. Вспомнил. Промазил. Попали. Подожди. Иди, стой, собаку бери. Так вас много. Больно. Козлы. А, надо на первый нажать. Ничего тут нету. Так, а нам на лифт как попасть? А. Понятно. Уехали. Чёрт, так сложно прицелить. Да, блин, сложно прицелить. Вы слушаете программу «Тайны вселенной». Вообще не до тайны сейчас. Для них это интересно, а для меня это ужасно. Идите нафиг. Ух ты, как темно. Я влип. Реально, какую-то обдолбанную курицу инопланетную мне напоминает. Ой. Плечо я ему попал все-таки. Надо отключить эту фигню. Только надо найти, где это отключается. Стреляет он по мне. Не стыдно. Так. Патроны нам нужны. Как будто и не брал жизни. Явно это нужно. Выглядит, конечно, противно. А, тут закрыто вообще. Ой, блин. Мне кажется, я сюда сейчас спрыгну, и будет бой какой-то. Ты очень настойчивый, муравей. Вон из моей головы! Я муравей. А он нафиг пошли. Блин, вас немного. Бомбами его. Чё это такое сейчас будет? А почему? Сматываемся. Так, потерялся я в измерениях. Они еще прыгать умеют. Лови.
Вообще много. Ау! Что за? Что делать-то? Бомб нет. А, типа защита такая. Споры как броня. Куда я прыгнул? Обезьянка. У меня для тебя подарок есть. Я его не использую, правда. Сразу убил. Надо было с него и начинать. Так. А, у нас сверху проход открылся или не открылся? Тоже фиг поймешь. Идем проверим. Угу. Открылся. Не, надо было здесь сохраниться. Ух ты. Мощная штука. Там кто-то сидит. Ой. А, типа вот защита. Ага, понятно, как это работает. Так. И что мне делать? Скажет. Офигеть, это вот как... Это как, я не знаю. Купол такой. Что-то летает. Ладно. Это, конечно, все хорошо. Я только из оружия сюда приходил, да, получается? Так, я явно должен, наверное, что-то взорвать. Да нет. Что я должен сделать? А, я это взорвать. Я понял, что я должен взорвать. Понял. Мне еще один нужен этот. А где мне его взять? Что-то их не вижу больше-то. Где мне еще такое взрывоопасное яйцо-то взять? А если их нету, то я приехал, да? Загрузить вот это сохранение последнее, потому что я там больше этих яиц не видел. Так. Мощная штука. Ух ты, а я тут, подожди, ты как тут оказался? Не понял. А я тупо обратно вернулся, а тут я этого не заметил. Так. Ох, никогда к этому не привыкну. Угу, точно.
Это точно. К этому никогда не привыкнешь. О. Офигеть, это что такое? Стыковка какая-то. Ой. Фига он прыгает, как торпеда. Так, это что? А, еще одна такая штука. Это меня задержит. Прости. Так. Дальше. Сохраняться, когда такие важные моменты. Прыгай. Спасибо, коготь. Там еще прет. Смотрим. Вау. Беги. Как будто он в какую-то задницу реально залез. Это на другой, на что не похоже. Тут закрыто, естественно. Так, подожди. Интересно, вот как он только патроны берет духом этой. Так, и где это я окажусь? Интересно. А-а-а. Понятно. Блин. Я тоже защиты могу делать. Что-то не берет.
О, блин, мина. Да сколько у вас там, я не пойму. Блин, их не берет. Почему? Перегрелся, что ли? Оружие-то. Да, вылазь там. Так, постоянной жизни, правда, нет. В этой игре. Чтоб сюда добраться было непросто. Не знаю, были... А может это их детеныш, потому что они в такие вылазят. И яйца из-за них же вылазят. Если это их детеныш, то получается. Короче, давай. Ишь. Комплекс. Комплекс шмомплекс. Внимание, гравилифт отключен. Окей. Что, что? Что-то сказал. Не трогай его, он же не кусается. Он хорош. Да, он не кусается. Два выстрела надо, чтобы... Это он, добрый мистер почтальон. Так, казалось, что-то кто-то... Кто-то что-то сзади появилось. Так, это тревога. Во. Систем тревоги. Мы выключили. Типа, все хорошо. Нам сюда, что ли? Кто-то явно вылезет. Оу, ее. Интересно выглядит. Так. Эти дурацкие планетные звуки. Когда он встал на две ноги, он был похож на ксеноморфа чем-то, только без продолговатой башки и без хвоста. Урилям говорит, ой, убили? О, тело наше.
был. Со своей шавкой вместе. Пусть не найдешь. Нифига ты. Искрит что-то там. Я призрак, ладно. Такие кликухи. Да, тут... А, что-то мне музыка не нравится. Вау. Вау. Ух ты, нифига. Это что за приколы? Ого. Куб какой-то. Кубики будем брать, что ли? А, я там оказался, да? Ладно, теперь что? Теперь-то что? Блин, а куда идти? Что я должен сделать? Я только переворачиваюсь и все. Что я должен делать? Понятно. Подожди. И что это мне дало? Не знаю. Что я должен делать? Я понял. Чел не допёр. Такую систему придумал. Интересно. Так. У меня голова кружится. Так, теперь надо сюда. Вау. Ура, нас спустили. Крутился, вертелся там как. Тележку какую-нибудь сесть бы, такой. Ау. Боже, блин.
не вылезла. Обман. Это был обман. Так, а дальше куда? Интересно. А, ну, ой, сюда, да? Сейчас вот здесь появится кто-нибудь. Нет? Вообще не знаю, куда я иду. Я же этих мест не знаю. Такое ощущение, что я тут был. Лифт отключен. Да, я тут в самом начале был. Только не говори, что я обратно пришел. Блин, что за фигня? Да, я еще подошел. Открыл. Пошел сюда. Угу. Вот здесь, да, я пролез. Отключил точно. Только я вернулся отсюда, значит мне... Вон на ту штуку, что ли? А, вот не работал он. Ой, у меня жизни-то нет. Вау, вы что, дурили? Отлично. Куда нам-то? Подожди. Фига, там что пролетело? Выстрелы или три. А с этой стороны ключик, понятно. Угу, понятно. Да? Коготь. Так, очередная головоломка, блин, да? Так, подожди, я эту штуку могу двигать, да? Окей, и куда мне ее двигать, зачем? Подожди, чуть не врублюсь. Зачем мне ее сюда двигать? Мне показывает прямо. А, блин. Ага. Подожди. Откуда я пришел-то? С какой стороны? Что-то я заблудился тут. Блин, такое ощущение, что сейчас что-то долбанет. И реально долбануло. Ау. Так, значит, надо маленький успеть. Да блин, что ты? Давай.
успели. Успели. Ладно, и ты прыгай, я прыгаю. Что написано? Коготь. Внимание, пространственная аномалия. Значит, какой-то будет проход... Ну. А, что? Что за фигня? Убил там, появился здесь. А, что? Ясно. Ой. Понятно, сейчас будет весело. Да, блин. Блин, вообще обратно пришел. Не был. О, блин. Фига себе, личинка залезла от него какая-то. Ах ты гад, понятно. Он... Это я ему ноги сломал, и он... Вот он, гадина, настоящий. Кусочек, да? Фига, он ноги себе поменял. Да? Планетные уроды. Да стреляй. Сдохни уже. Еще брыгается. Брыкается, брыкается. Так. А ему пофиг. Так. А куда я должен идти-то? Куда должен? О, может, да? Ага. О. Тут ненормально. У них свои духи есть. Снова я в этом мире, блин. Предметы. Кажется, они так и будут идти, да? Фу, блин, почему я хожу, я вообще не знаю. Фу, это вообще...
каких местах базы я вообще лазю, я не лажу. Полетели? А, я не то нажимал. Понять бы, куда мне еще. Во! Через это. Я же не обратно пришел, да? Да, вроде нет. Нет, такого не было. Восхождение. Фига, заморозка какая-то. Это что за заморозка-то? Морозка, это не твоя работа. Утечка, опасность, утечка. Так. Тут заморозка нужна. Нет. Пузо ему. Ау. Не знаю, эта штука. Может, что или нет? Вроде может. Ау, взорвался. Как будто хлыстом бьет. А где ты? Это место другое. Так, а я взорвал, да, считается? Ладно. Ой, сейчас тут тоже рванет. Он бегать не умеет. Это мне непонятно. Определенно. Сейчас я патроны возьму. Идентификация. Так.
что такое. Какой-то... Откуда он знает, куда нам идти? Это мне непонятно. Нам дают патроны, гранаты. Живые. Высота шпиля. Много сотен ваших миль. Ты находишься у его основания. Твоя самка у самой вершины. Неужели ты желаешь ее настолько, чтобы покорить такую высоту? Конечно. Зачем вы это делаете? Теперь молчишь! Скажи что-нибудь! Скотина! Так. На своих игрушек послал. Свои игру на себя понаслал. Бегом. Транспортировка завершена. Не человека нужно. Блин. Фотки не смотрят. Смотри, ну мало. Итак, профессор Колдуэлл, вы полагаете, эти инопланетяне уже поселились? Уже поселились. Уже, блин, познакомились. Уже с друг другом переборолись по 1000 раз. Эти все... С ним вовсю воюю эти. Неужели дальше? У меня вот перед носом. Да-да-да. Ой. Где бы сменить? Они вырастают прям как грибы. Ого, меня что-то толкнуло там. Как мне покинуть этот? Блин. Ого, их тут. Он успел активировать пушки, вот тварь.
А, во, нашел. Так, подожди. Так, залез. Ага. От руки идет запашок. Ну сколько она у меня лежит? Подванивать начинаю. Так. Ух ты, в какой открытый страндранство мы вылетели. Оу-е, красиво. Они кусочек планет какой-то стыбрили. Это все прекрасно. Один гид. Ай-яй, ты что по мне долбануло? Там мне целостность костюма. Башке астероидом не попало. Расплющило бы навечно. Что-то я не пойму, куда мне идти. Вау. Неужто сюда? Не хотят меня брать. Интересно. Сейчас всю планету пройду вокруг. Уже. Всю планету вокруг. Тупо глыба. Ломается раньше, чем ударяется. Недочет. Вот сейчас вот. При ударе они как-то. Ой, я заблудился на этой маленькой планете. Что-то я не пойму, а куда мне идти-то? Может, мне на том летающем. На том летающем костюме надо было в ту штуку желтую. Может быть. Где-то вот здесь сейчас я ее опять одену. Где-то тут сейчас. Ой. Где-то здесь, блин. Заблудился. В жопе мира. Чем я тогда слазил? Понятно.
Непонятно, куда мне тогда лететь. Подожди, я не оттуда я пришел. По планете прогулялся такой. Нехило. Вау, ты аккуратней. А, пришел правильно. Я был на той планете и целый кругляш прошел. О, достижение. Так, где тут? А, понятно. Тут там появился. Что? А зачем я открывал, вообще не понял. Что-то я не понял. Зачем я открывал, когда я мог? Что-то я не понял. Это шутка такая, что ли? Я открыл, я смог снизу тоже пробраться туда. Что-то я не вкуриваю. На орбите. В смысле на орбите? Что-то я не понимаю просто. Подожди, может... Может, нам вот эта штука нужна? Она так светится. А, она улетела куда-то. Мы не можем. За этим полем нас точно разорвет. Под... законами космоса, что ли, как бы назвать. Правильно. Что-то я не понял. Вот открыла я эту штуку, и чё? Зачем, когда я могу отсюда? Кто откуда? Ещё пон... Откуда помню? А-а-а, с планеты уже. Значит, мне на планету теперь. Вот теперь, наверное, планету надо. Я... Рано я сюда прилетал, значит. Вот теперь можно гулять по ней, наверное, да? Где-то с той стороны стреляет. Сквозь землю. Ау! Ты что там в земле делаешь? Какого фига? Это баг. Что он там в земле делал, я вообще не знаю. Это булыжники. Маскировки бы такой... Джек Шепард из Mass Effect позавидовал бы. Я его просто не мог достать. А он меня мог. Куда идти, я даже не знаю. Ой. Кошмар. Куда?
Я на этой долбанной планете и сдохну. Ну, точнее, и сдох почти. Куда идти-то, а? Просто мне такое ощущение, что какой-нибудь это должен появиться. Телепортер. Маленький, желтый. Вон он открытый все. Чё-то уже никого нет. Какая-то лампа. Ух ты, а это было раньше тут? Вау, меня. Чего я включу? Что я успеть должен. Это просто невозможно. Что-то я не понял, куда он поехал? Или он теперь так и будет ходить? А, типа понятно, теперь надо туда. Теперь я понял. Через землю наяривают. Ну теперь ты хоть понял куда. Где-то с этой стороны. Где-то здесь этот аппарат. Станция. Ну ему норм, он прям через эту, этот булыжник наяривает, по мне. Говорит, что я прошел круг и к тому же месту пришел. Это будет дико тупо. Что я вообще даже... Там антенна какая-то торчала. А что-то вообще ничего не... Я вообще ничего не вижу. Вот, когда идешь по планете, она не такая уж и маленькая. По этой. О, какая-то антенна. То, что нужно. Это то, что нужно. Так. Куда он тут транспортируется? Погоди, я
спешу. Идет транспортировка. Ты всерьез думаешь, что сможешь проскользнуть внутрь? Ах ты, черт! Я вижу тебя. Я вижу все. Да ты что? Даже как все в туалет бегают. Все инопланетяне. Не стыдно тебе? Чё, всё, что ли? Столько трудов ради этого? Понятно. Атакует. А я его долбанула. Так, а куда дальше? Тут, блин, запутаться что-то для меня легко. Так, я что-то нажал, что-то это дало. Ведь, наверное, надо садиться. Что-то нафига. Подожди, это, по-моему, открывался или мне показалось? По новой там нажать нельзя. О, что-то появилось. А, вот, транспортировка какая-то. Окей. Выбираться отсюда надо. Уйди. Что-то я не могу отсюда выбраться, да? О, сверху могу. Да. Еще не поймешь куда. Еще не поймешь, а. Телепорт не закрыли. Сматывайся. На время. На время. Так, ай. Ой. Не запрыгнул. Готов. Все. И куда? Никогда. Непонятно. Является там вот этот мостик. Ну, нам попасть, не знаю как.
Эти засранцы сопротивляются. Может, нам туда? А, понятно. Ай-яй. Вбанули по мне хорошо. Туда на? Или мне не туда? Так, я отключил. Воу. Отвали от меня. Ты обычный. А, пицца им ready. Тоже мне. Мне кинули. Только могут пообсуждать и все, толк от них никакого. Чурики. Людей похищают, я говорю, ну там так охренение. Такое. Так. Вау. Смотри, какая фигня на небе. Ну, как интересно. Для радио слушать. Короче, блин, эта штука спала. Думал, она дохлая. В надежде был. Вау. Вообще неизвестные лучи. Не по ему, не по моему вообще воображению. У меня и током еще раз. Вау. Ждет меня. Прям впритык лезет. Так. Под зад ему. Что такое? Как мне эту фигню мочить? Черт! Я едва вижу! Понятно, смотреться надо куда-то. Ничего не вижу. Как тут драться? Как тут драться-то? Сжигалка сдохла. Я ничего не вижу. Блин, я не знаю, куда идти. Реально не знаю, куда идти.
Ладно, продолжим в следующей серии. Что-то я там заблудился немножко. Это был DJ Vigilant.